Так. Что это за магазин? Интересно, что у нас продают смеющиеся крысы. Так. Ну пока. Насчет дружеской попойки на спор. А, на понятно. Кону чудный посох. Это верно. А как я его могу перепить? Давайте попробуем. Посидим, посмеемся, выпьем нас. Ха, это мы еще поглядим. У меня тут особая настойка. Очень крепкое пойло. Ну, сдрогнули. А, да ты небось просто трусишь. Ну, я начну. До дна. Твоя очередь. Одно и меньше, дружище. Да, да, мне еще одну. А как насчет тебя? Ага, все так говорят, но мне что-то уже хватит, пожалуй. Ага, у тебя и вправду получилось. Посох твой. Слушай, с тобой пить одно удовольствие. Я знаю, тут неподалеку одно милое местечко, там вино течет рекой. Надо пойти туда. Нет. Эй, что-то ты неважно выглядишь. А, я думаю, он меня напил какой-то хренью. Просыпайся. Да-да, пора вставать, пьяное богохульное чудовище. А, где я? Ну, разумеется, ты не помнишь, где ты. Ты, небось, даже не помнишь, как тебе удалось тут очутиться. Не говоря уже о несвязных криках про свадьбу и козу. А это значит, что ты не помнишь своего пьяного угара и осквернения храма грудами мусора. Да вы гоните. Я бы с радостью помогла тебе освежить память, но я очень занята. Надо убрать бардак, учиненный тобой. Это был не я. Но если ты поможешь мне убраться, а потом извинишься, может быть, я тебе и помогу. Ага. Чё за хрень, где... О. По-любому мы тут купались, как в джакузи. Отказываюсь говорить, пока ты не уберешь свой бардак. Дебело учит нас любви и сочувствию. Но это не значит, что ты можешь так просто вызнать все, что тебе нужно, и уйти отсюда. Убери все, извинись, и если мы поверим в твою искренность, то поможем тебе. Понятно. Может быть. А как я должен все убрать? Просто взять, что ли? Палец великана, вино... Мы чё тут делали? Я понял, все, что тут просто так валяется и не красно, надо подобрать. Или как? Ну, вроде все. Я отказываюсь говорить, пока ты... Что ж, пожертвование нам. Знаешь, в твоем пьяном бормотании черт ногу сломит. Что-то там было про Рорикстед. Может, тебе туда надо? Угу. Так, надо выкинуть весь хлам. И что я там подобрал-то? Или я это все ей отдал? Кстати, как меч выглядит? Блин, не могу увидеть. Прошу прощения, храм Дибеллы закрыт. Понятно. Если хочешь...
Ой-ой-ой, ты можешь получить благословение, но другие сестры соблюдают уединение. Погнали. Блин, ну куда мы забрели вообще? Так, куда нам надо-то? Нам надо. Угу. Сначала надо узнать, где этот чувак вообще. Погнали. А, меня там не было. Я чувствую, пилить мне до туда пешком. Ну, погнали. А, и тут... Да как так? Вот тут я был. Так, мы тут. Теперь нам надо бежать. Так, мы появились тут. А бежать нам надо вон туда. Ну я, наверное, как всегда, пошел выполнить один квест. Забрел вообще, блин, в таверну и начал пить с чуваком. И пошел уже другой квест, и теперь я его делаю. Ну, в принципе, в этом вся прелесть РПГ. Так, золотишко. Такс. Так что вот этот квест выполню и пойдем на свадьбу. Ты кто? Ты чё тут один стоишь? Легиону всегда были нужны сильные и умелые воины. Если думаешь, что справишься, наш штаб расположен в Солитьюде. Не уверен, что понял вопрос. Легион был в Скайриме всегда. Наши гарнизоны расставлены по всем провинциям Империи. Наша миссия — служить Императору. Бла-бла-бла. Над Скайримом сгущаются тучи. И скоро Легион будет востребован, как никогда ранее. Но мы готовы. Мы всегда готовы. Понятно. Ладно. Ну, попробуем убить одну зверушку. Ну ладно. Оба. Так, что у нас тут? Точнее, кто тут у нас тут? Эй, ты! Это ж сколько наглости надо иметь, чтобы снова заявиться в этот город? Ну и что? Какое твое оправдание? Чё я сделал? Извинения не принимаются. Моя Гледа теперь неизвестно где. Одинокая, напуганная. Как тебе совести это хватило похитить ее да продать великану? Чё? What the fuck? А то. Никогда мне больше не видать такой козы чемпионки, как Гледа. И не думай даже возвращаться в Рорикстен, пока не заберешь ее у великана. Да я не хочу идти за казаки великана, извините меня, но я не пойду туда. Я с ним, блин, 5 секунд не продержусь. Ладно, но я буду скучать по Гледе. Козы-чемпионки на дороге не валяются, знаешь ли. Что я от тебя слышал, в основном был пьяный бред. Но вот есть еще записка. Я разобрал только слова, когда расплачусь с Изольдой в Вайтране. Ладно. Так, у нас новый поворот. А вы кто такие? Государственное дело. Иди своей дорогой. А, заключенного видеть.
Если знаешь кого-то из истинных сыновей и дочерей Скайрима, скажи им, пусть идут в Винхель. Ульфрик, ладно. Так, теперь нам куда? Погнали. К Изольде. Так, в общем, я вылетел и решил все-таки, что я не могу уйти без козы. И надо бы замесить этого великана, потому что мне, блин, тоже интересно, как они все это обставят. Ты никак и правда ничего не помнишь о похищении козы и великане? Совсем мозги набекрень? Ступай, верни ее. Она сама за тобой побежит, воняешь, как перебродивший корм. А она его любит. Что-то такое было. Но вообще, тебе было некогда говорить, улепетывая с моей козой. Блин. Ты приведешь назад мою козу, и тогда, может быть, я что-то и припомню про твой посох. Так. Я его потом продам, да? Блин, а когда я пьян, у меня, видимо, какая-то патологическая... Не знаю даже, как это описать-то. Желание какое-то сумасшедшее продавать коз великанам. Или я не знаю. А, так. Начнем с того, что тебе и Гледу не надо было продавать великану. Так что делай, что хочешь. Понятно. До встречи. Она где-то там, да? Ух ты, блин, нехило бежать, ну да ладно. Я иду к тебе на помощь, казак Гледа. Или Гленда. Да пофигу, это же коза. Нет, ну с юмором у Бефезды все в порядке. Прям, блин, сюжет мальчишника в Вегасе какой-то. Такс. Хотя тут же великан типа злый, с ним надо драться. Как я мог ему продать козу? Или с этим можно говорить? Коза. Он напал, да? Вашу мать. Вашу мать. Я думал, что подерусь с ним, но потом подумал, да ну нахрен. Теперь все-таки придется. Да вы гоните. Вы видели, какой он здоровый? Супер. Так, я снова сюда прибежал. И теперь думаю попробовать запилить этого великана издалека, пока он меня не видит. Если у нас получится, то так и оставим. Если нет, то я загружусь, попытаюсь подойти просто к козе, поговорить с ней и бежать со всех ног. Так, нам бы еще какой-нибудь яд. Во, из того, что я создал. Какая-то фигня. Тихо. Иди пили его. За меня пили. Пили его полностью. Да не, он, в принципе, не такой трудный, как я думал. Чё за... Ты кто такой? Твой саблезуб, мать твой, саблезуб, твою мать, саблезуб. Даже саблезуб, вашу мать. Да что с тебя? Скотина.
Фуф. А, неплохо у него голды-то. Фух. Но я выжил, и это хорошо. Погнали, Гледа. Блин, это был наш первый убитый великан. И ради чего? Ради какой великой цели я, блин, его убивал? Ради того, чтобы спасти козу, блин. Офигеть. А, бежим, бежим. Чё? Ты на козу не нападешь? Не нападешь. Коза. Господи ты Иисусе. Каменная подагра. Вот она, болезнь моей мечты. Где там коза? Так, ну ты одна коза, а где вторая? Которая настоящая. А, вот и все. Сволочи, блин. Так, хотел свое хп посмотреть. Вообще не показывают, ну ладно, значит у меня полное здоровье. Погнали, вернем козу и узнаем, куда нам идти дальше. Так, бежим. Сохранимся. Так, давай. Ну-ка, ну прыгай, вот. Вот видок у тебя какой-то потрепанный. Звать меня Энис. Если у тебя есть друзья, которые торгуют в Айтране, они могут меня знать. Молчи. Коза. Вы уже говорили с Ралдит? Она мне как мать. Где коза, блин? Давай. Так взяла, развернулась и побежала дальше. Нормально. Рылдит самая трудолюбивая крестьянка. Вот она. Клеточка моя, целая и невредимая. Хвала богам! Я все в толк не возьму, зачем было ее красть? От тебя вот записка осталась с объяснениями. Да она наполовину медовухой залита. Я смог только разобрать слова. Когда расплачусь с Изольдой в Айтране. Да и то кое-как. Может, стоит тебе отправиться туда? Может, еще свидимся. Ну, не при таких обстоятельствах, я надеюсь. Такс. Ты плохо себя чувствуешь? Ты умеешь добиваться своего. Мне это нравится. Я хотел что-то улучшить. Если хочешь чего прикупить, а, нет, не у могу. Меня есть тут пара вещиц. И внутри еще побольше. А, поточить, может быть, тогда. Оружие. Тоже нет. Что-нибудь я, может, создать могу. Ня. Пару сэптимов на еду. Ну ладно, давай я тебе. Я не говорю, что я только лучшее оружие и броня. Нормально, красноречие покачали. Если что понадобится, загляни в магазин. Так. Да, нам сюда. Его еще взламывать надо. Не-не-не. Подождем часик.
теперь. А вот и ты, наконец. Слушай, я, конечно, терпеливая, но за тобой должок. Что было-то? Не пойми меня превратно, но выглядишь ты как-то не ахти. Да не в деньгах суть. Я отдала тебе обручальное кольцо в кредит, только потому что увидела, что ты без ума от любви. Да ты гонишь. Но если свадьбы не будет, то давай возвращай мне кольцо. Это одна из моих лучших работ. Какая нахрен свадьба? Но оно же должно быть у твоей невесты. Неужто ты даже не помнишь, где она? Кто она? Все это после такой романтической истории о встрече в роще ведьмин туман? Ясное дело, что она тебя бросила. Ты что, не помнишь? Это самая романтическая история, которую я слышала. Вы повстречались при полной луне у самого высокого дерева в роще ведьмин туман. Кругом летали светлячки. Ай, все как в романе. Наверняка твоя невеста тебе скажет, где будет проходить церемония. Если она тебя не бросит, когда узнает, что ты даже за кольцо заплатить не можешь. Такс. Я тут сдерживаюсь, как бы не заржать просто. Потому что это какой-то вайпик просто. Блин, ну супер, супер загнули. Прям отлично. А куда нам теперь? В рощу. Погнали в рощу. А, я там не был. Так это ж вообще супер.